Всем добрый день, друзья. А я тут приехал в Адлер. Решил тут чуть-чуть разбавить картинку. Ну, в плане, все время я показываю Лазовскую, вот иногда Сочи. А до Адлера я добирался крайне редко. И вот теперь мы здесь с вами. Маленький анонс роликов. Сейчас я нахожусь, если опять же я не ошибаюсь, в курортном городке. Снял тут парочку роликов для вас. Походил по улочкам, чтобы было у вас представление об Адлере. И скажу вам, что я здесь раньше, в принципе, никогда и не был. Но вот фотографии всякие разные, открытки я видел с вот этими вот рыбками еще с моего советского детства. Скажу по секрету, видеть-то я их видел, но не знал никогда, где они находятся. Так вот, они здесь, в Адлере, оказывается. Видимо, с тех советских времен моего детства особо ничего не менялось. И вот плиточку разграбили. Но мысль была хорошая. Что ж скажу вам. В Адлере неплохие улочки такие симпатичные. Зелено. Дождик кончился, а был дождик. И теперь все хорошо. Ну а сейчас анонсом маленьким покажу вам одну из улочек. Улица, знаете какая? Лазурная. Не хухры-мухры, прям в честь Лазурского назвали, наверное. Приятно. Прикольные домики. Маленькие узенькие улочки, чем-то напоминающие мне вот Бирюзовую. Лазурная, Бирюзовая. Видите, даже созвучное название чем-то. Тут пока еще все нормально. Я имею в виду с мимозой. Цветет, как говорится. И пахнет приятно. Но уже, так я бы сказал, даже больше отцвела, если честно. Вот, возможно, дождик, ветер сделали свое дело. Вот так вот живут люди в Адлере. Тоже интересные, красивые дома, прикольные улочки. Есть на что посмотреть, товарищи. Ну а на этом буду заканчивать свой коротенький ролик из Адлера. Всем пока. Сейчас направляюсь в Сочи на встречу. До новых встреч в эфире.